Интересно, на сколько метров он плюется? Добрый день. Тут люди интересуют, на сколько метров плюется. А это, знаете, в чем это, пища? Толщина кошелька клиента. Зависит от метража. Кошелек-то не взяли на машине. Кошелек не взяли. А там вот это, внимательно читайте, там журнал, Тинькофф, Сбербанк. Смартфон с собой. Нифига у вас тут услуги. И, пожалуйста, гуляйте. Таких, как вы, здесь летом одни такие и ходят. Мы поэтому сейчас и приехали, чтобы... Не, я про то, что деньги не взяли. Очень новая машина осталась. Ну, логика, иду в лес, зачем мне в лесу деньги, правильно? Да, мы клиентов теряем. Безнал деньги. Ну, да. Не плюется он, если говорить серьезно на ваш ответ, да там нет, не расстояние, а там во все стороны оно летят сопли. Там длина не имеет значения.